Всем привет, друзья! Добро пожаловать в мое новое шоу. В этом шоу мы будем разбирать одежду и мерч разных блогеров. Сегодня у нас на обзоре мерч Кати Адушкиной. И прямо сейчас я связался с руководителем магазина ее одежды, AKWear, с Дарьей. Вы можете ее знать как маму Кати. Если вам понравится эта рубрика, то поддержите это видео лайком и подпиской на канал. А что будет дальше, смотрите прямо сейчас. Приятного просмотра. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте, Дарья. Как ваше настроение? Отлично. Хотя в Москве погодка не очень. Как у вас погода? У нас снег, постоянно холодно. Хотя сейчас тает и слякоть. Стараюсь не выходить из дома. Аналогично. Дарья, будучи мамой Кати Адушкиной, вы, так полагаю, являетесь руководителем магазина одежды AKWear, который представляет есть тусовка такой. Катя. Я просто думал там, знаете, управлять несколько людей. У меня отличные организаторские способности, поэтому я пока справляюсь. В вашем магазине я выбрал несколько интересных экземпляров. Именно толстовки, футболку, носки. Смотрите, доставка меня не очень сильно интересует, поэтому завтра утром мы приедем к вам в офис и заберем эту одежду на обзор. Что вы скажете? Хорошо, да, Ром, тогда оформи все на сайте. Положи в корзину, напиши, что это для тебя, дальше все соберет и завтра все тебе отдадим. Проноси вам пакетики. Отлично, спасибо. Спасибо. До встречи тогда. Всего доброго, до свидания. Ага, пока-пока. Ну что же, ребятушки, на часах 6 марта, 3 часа дня, прямо сейчас я буду собирать вещи, и сегодня вечером я уже отправляюсь на поезде в Москву. Завтра утром мы пойдем в офис к Дарье, прямиком в офис AKWear, посмотрим одежду. Я думаю, что поездка получится максимально продуктивной и интересной для вас и для меня. Короче, я приехал в Москву, только что заселился в отель и уже прямо сейчас готов выдвигаться в офис Дарьи. Дорога предстоит долгой, потому что я не умею кататься на метро, а такси это, наверное, очень дорого для меня, по крайней мере, сейчас. Поэтому добрый путь. Ну что же, для вас прошла ровно одна секунда, для меня целый час, и не зря. Наконец-то я добрался до офиса AKWear, и это просто фантастически. Давайте зайдем туда. Наконец-то я дома. Я не любил настолько сильно свой дом до этого. Москва — это прекрасный город. Это прекрасный город для работы. Приехав обратно в Йошкар-Олу, я чувствую себя как будто в каком-то райском уголке, потому что и вправду Йошкар-Ола по сравнению с Москвой является для меня каким-то раем. Возможно, потому что мне нравится больше спокойствие и умиротворение. Я понял, что жить в этом городе меня просто не устраивает. Меня не устраивает постоянный шум, беготня, эти постоянные лица в метро, недовольные всем. Наверное, это место не для меня. Но видео сегодня не об этом. Я приехал к вам не с пустыми руками. У меня в руках мерч Кати Адушкиной. И сегодня в этом видео я сделаю на него
обзор. Почему не провел анбоксинг и не распаковал из этого пакета вещи? Потому что пакет является частью этой композиции. Давайте прямо сейчас откроем его. Я вам покажу все вещи, которые я смог получить. Наверное, первое, что бросается в глаза, это персиковое худи маленькое. Одна штука, размер М. Следом за ней идет черное худи маленький, размер L. Далее, как я обещал, заказал себе мужские носки маленький, размер 42, в количестве двух пар. Черная пара и белая пара. Следом за ним идет вещь, которую вы не видели в этом пакете. Это футболка маленький, в которой я прямо сейчас сижу. Размер также L, цвет черный, заказывал ее для себя. Ну и самое главное, все по стандарту компании Apple. Это два стикера, aka wear и маленький. Пока что не придумал, куда их приклеить, но, скорее всего, место у них у меня на компьютере. Ну и самое последнее, это пакет aka wear, который заслуживает тоже отдельного внимания, потому что выполнен он тоже очень качественно. И когда человек спрашивает, за что мы отдаем такие деньги, за футболку или худи, ответ очень прост. Мы отдаем часть этих денег за упаковку. Не буду вас томить, и давайте прямо сейчас приступим к обзору первой вещи. И у меня в руках сейчас худи маленький. И давайте прям сходу, самое первое, что хочу сказать, это очень мягкое худи. Это очень мягкий материал. Логотип маленький. И дабы вас не огорчить, это, ребят, вышитый логотип маленький. Очень длинный капюшон, наверное, кому-то это понравится. И воротник у нас выполнен вот в таком перекрестном виде. Шнурки выполнены в белом цвете, что подчеркивает наш логотип. Типа, когда вы идете по улице, человек, проходящий мимо вас, не сможет не заметить логотип маленький. На самом деле это похвально. Про размеры самой худи. Та же для Эльки, она, наверное, очень длинная, стоит рядом, наверное, даже с оверсайз, что позволяет закрывать человеку нижнюю часть его тела. На концах мы видим резинки, что очень хорошо. Именно так, во-первых, вы не замерзнете, а во-вторых, это очень стильно. Вся худи, в особенности задняя часть, выполнена вот в таких вот швах. Это очень интересный дизайнерский ход, дабы показать, что мы правда шили худи. И вот вам, смотрите, доказательство. Вот есть швы, пожалуйста, смотрите на них. Ну и самое интересное, что я вам должен показать, это на левой руке худи мы видим подпись. Угадайте кого. Да, это настоящая подпись Кати. Когда я говорю настоящий, я реально имею в виду настоящий, потому что вот эту подпись ее оцифровали с реальной подписи Кати Адушкиной, которую потом начали вышивать на всех худи. Но перед тем, как показать вам, как выглядит худи в реальной жизни, я вам покажу персиковую худи. Это та же самая худи, только с немножко измененным логотипом, а именно маленькая. И подпись Кати Адушкиной. Вы уже заметили, наверное, но единственный минус этой худи заключается в том, что логотип и правда очень еле-еле заметен. Например, когда ты идешь по улице, наверное, не все люди смогут разглядеть логотип маленькой. Я даже не знаю, что с этим сделать. Либо сделать логотип черным, но, скорее всего, это будет как-то по-стрёмному, либо сделать его другого цвета, например, малинового. Чтобы оттенок был тоже розовый, и сами шнурки я бы сделал тоже, наверное, малиновым цветом, потому что их тоже особо не заметно. Но, скорее всего, для девочек это покатит. Наверное, для кого-то логотип не играет большой роли. Главное, что она очень удобная, она очень мягкая, и этого у худи и правда не отнять. Ну и актуальная цена этих худи на сегодняшний день составляет 3,5 тысячи рублей. Ну и давайте прямо сейчас посмотрим, как же выглядит худи маленький и маленькая в реальной жизни. Смотрим.
Окей, идем дальше, и давайте я вам пару слов скажу о футболке, в которой я прямо сейчас сижу. Она, очевидно, в черном цвете, я даже не знаю, что о ней сказать. Это просто средняя, очень удобная, из приятного материала футболка. На сегодняшний день эта футболка стоит чуть менее 1500 рублей. Я о том, что ты сможешь такую же футболку купить в каком-нибудь брендированном супермагазине за 10 000 рублей, и она будет в таком же состоянии. Скажу уверенно прямо сейчас, что за 1500 эту футболку точно стоит брать, если вы являетесь фанатом Кати Адушкиной. Ну и самое последнее, о чем я вам хочу сегодня рассказать, это мужские носки. Маленький, 42 размер. Перед тем, как открыть упаковку, я хочу вам прочитать, что написано на задней стороне этой упаковки. Натуральный хлопок, повышенная прочность, пятка укреплены и анатомическая резинка. Вы хоть раз видели, чтобы какая-то компания писала об этом на задней стороне своих носков? Я нет. Я всегда покупал какие-нибудь носки просто в пакете, в магазине просто взял и пошел. Ничего там не было такого написано. А открываем упаковку вот таким вот образом и видим две пары носков. Это, кстати, забавно. Сразу скажу, что это длинные носки, это не короткие носки, как вы могли подумать, как я мог подумать на самом деле. Воу, у нас в верхней части носка виден логотип маленький, а с другой стороны у нас подпись самой Кати. Ну и очевидно, это сделано для людей, которые носят именно высокие носки с кроссовками, чтобы был виден логотип. И вот смотрите, какая штука. Получается, что логотип маленький и сама подпись Кати, она выполнена вот в таком пиксельном виде. Я думаю, вы заметили, и это более-менее необычно. Давайте так, чтобы вы знали прямо сейчас, я не привык носить длинные носки. Я всегда всю жизнь почти носил короткие, и в зиму, и в лето. Буду ли я носить такие высокие носки в будущем? Возможно, я их разыграю среди подписчиков в Инстаграме, так что следите за моим Инстаграмом, посмотрим. Ну и вот, прямо сейчас наступила кульминация этого видео, а именно среди своих зрителей я решил разыграть маленький бокс для него или для нее. Если, ребят, вы чувствуете здесь подставу, то нет. Этот набор я купил на свои кровные 2000 рублей специально для этого розыгрыша. Все, что тебе нужно сделать, это первое, подписаться на мой инстаграм Субботин Рома, второе, подписаться на инстаграм AKWare, и третье, конечно, это лайк под постом. Внимание, обязательно выполни все условия, иначе я не смогу тебя выбрать. Ну и через 2 недели я выберу победителя у себя в инстаграме. Участвуй. Вот каким-то таким получился мой первый обзор на мерч. Сегодня у меня был на разборе официальный мерч Кати Адушкиной из магазина AKWare. Обязательно напиши в комментариях, какой мерч мне разобрать в будущем, потому что скоро выходит мерч у Марьяны Ром, скоро выходит мерч у Халберов, скоро выходит мерч еще у других блогеров. Есть огромный магазин Мам Купи. Может быть, вам нужно разобрать мерч Дани Кашна или Моргенштерна, или Монеточки, или других блогеров. В общем, я жду ваших предложений. Лайк под видео. Подписка. Пока, ребята.